Russian President Vladimir Putin made a surprise visit to the occupied Kherson region of Ukraine. He met senior officers while discussing the situation in the region. Kherson and Zaporizhia are among four parts of Ukrainian Russia annexed last September. It is not clear when he made those visits. Last month, he visited the Crimea region and the city of Mariupol. Хозяин, который был один из наиболее успешных министров обороны Российской армии в 2019 году. Это копия, есть еще одна копия и подлинник. Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. Пасха у нас отмечается. И сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватили за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было. Вот. Эта поездка состоялась вчера. Вы видите, что сейчас президент все чаще посещает новые регионы. И, естественно, он проводит и проверки штабов, получает информацию на месте оперативную информацию о ходе проведения специальной военной операции. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего, и он таким образом ведет свою работу. Много было вопросов, почему не сопровождали Шойгу и начальник генштаба. Ну, во-первых, конечно, что вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск.